Мы видим, как за 44 дня может быть создана абсолютно новая геополитическая реальность. Пока Байден с Трампом там делят Белый дом, да, пока Европа сражается с ковидом, закрывает границы, за 44 дня в Закавказье создается новая реальность. Кем? Байрактарами, горным спецназом, который брал Шушу, и президентом Алиевым, который на трех языках разным аудиториям давал более четкую политическую повестку и играл на опережение, чем вся вот эта армянская медиа-империя. То есть он говорил на азербайджанском со своим населением, на русском с населением России, с элитами России, на английском языке он говорил с элитами европейскими и американскими. Вот когда у вас есть ресурсы разного уровня, но они у вас самые лучшие в регионе, Байрактары на тот момент и на сегодняшний момент лучшие в регионе и даже на мировом уровне, горный спецназ, который брал Шушу, он самый сильный в регионе. И, наконец, президент Алиев, как политик, как дипломат, он показал себя самой сильной политической фигурой за Кавказе. Ну и плюс, конечно, бюджеты, нефтяные бюджеты Баку. Соединение ключевых факторов, оно дает победу.